прощание песни пели, желая выжить в грозный час войны. Сегодня стоит почтить память тех, кто пал за нашу великую страну, и отдать честь тем, кто еще живы. 22 июня 1941 года была самая короткая ночь в истории нашей страны. Как могли, приближали час победы. Знаем о героях и будем помнить их всегда. Кончится эта война.